Доброе утро. Сейчас покажу что-то. Не успела проснуться, надо уже бежать кушать. Хлебушек поджаренный прелесть. Смотрите, ложились, была весна. Посмотрите, что за окном у нас. Минус 6. Видно? Минус 6. И снегу навалило. Но снег выпал вечером еще. Чистили вечером и утром. Тут службы сразу все вычищают. Холодно, снег на улице, неохота. Так, а я чую чай горячий. Всем приятного аппетита. Хорошо, что мы на 6-м этаже живем. У нас отключили свет. Ну ты здрав, сейчас только спущусь, поднимусь, и достаточно мне будет. Если бы я у Анюты была, у меня вторая сестренка живет на 17-м этаже. Я бы из дома никуда не выходила. Но сегодня с 11 до 3 без света оставили. Мы едем кроссовки выбирать. Просто едем гулять, лангету тестировать. Я уже насчет кроссовок чуть-чуть так подостыла. Кто мне написал? Мануша, ты написала, что в Пятигорске на рынке за 25 тысяч можно 25 штук купить кроссовок, да? Кроссовки с новой коллекции были, New Balance, поэтому такая цена. Единственное, что я не купила, это у меня чуть-чуть нога в них заваливалась, потому что кожа мягкая, и у меня чуть-чуть нога заваливается, а это нехорошо в моем случае. Думала, если что-нибудь, может быть, еще подберу. А там сколько перемерила, ничего не подошло мне. Так, тут или снимать, или спускаться под ноги смотреть. Все, ладно, отключаюсь, переключаюсь. Завалила. Физкультура. Пока мы ее откопаем. Слушай, я на градуснике посмотрела, минус 6 было. Но я не думаю, что сейчас минус 6. Мороз, конечно, есть. Надо было Гарика послать минут за 10, чтобы он ее нам расчистил, разогрел. Ну попробуем. А он нам там песни поет, ходит опять метель. Все, завтра утром это. Мы исправим эту ситуацию. Че, папа Каринки встает, машину чистит. Ну это папа, конечно, да. Я уже нагулялась, спустилась, да, с 6 этажа пешком спустилась, мне уже этого достаточно. Груз не собрала. Не вернемся, пока лифт не починят, а то еще подниматься придется. А лифт в 3, да, дадут свет? Ну, вдруг будем гулять. Мы вернемся, действительно, пока свет не подняться. Я сейчас нагуляюсь, устану, я точно подниматься. Я в машине буду сидеть, ждать, пока свет дадут. Пума закрыт. Рибок переименован. Адидас закрыт. Все как у нас. Все
под санкциями, все закрыто. А что не закрыто, переименовано. Остался спортмастер и Рибок. Ну, ой, не Рибок, а баланс. Ну, в балансе мы были, зайдем в балансе? Пойдем в спортмастер, зайдем, посмотрим. Спортмастере чуть-чуть погуляем. Когда не находишь, что тебе нужно, вообще желание отпадает что-то искать. У меня же настроения вообще нет ничего покупать. Если честно, хочется какой-нибудь красивый магазин посуды поснимать и саму полюбоваться красивой посудой. Вообще невесомая. Высокие галоши. С меховой этой. Смотри, какие. Вообще они 2 грамма весят. Мне нравятся и кожаные, и замшевые нравятся. Вот эти еще понравились. Вот и так понравились. Мне такие... Не это, конечно, ровки. Вот, нашла себе одни. Вот показать. Тестирую, гуляю. Вообще невесомые. Ну или говорю, уже пойдем, мне больше ничего не надо. Она говорит, нет, пойдем еще погуляем, что-нибудь посмотрим. Эти последние померю. Мне кажется, которая на мне очень симпатичнее. Да, сейчас я покажу. А носок? Вот эти вот мне больше нравятся. Но они такие тоже легкие. Какие страшные, я их даже мерить не хочу. Почему страшные? Пока свет не дадут, тому не вернемся. Обувь купили. Это не кроссовки, это как зимняя обувь, наверное. Лёг. Да? А, ну все, так. Все, домой можно. Сейчас приедем. Все, на этом буду прощаться. Ну, чтобы нам... А? Увидимся завтра. Завтра, если... Нам, чтобы на лифте подняться. Завтра. Может быть, приеду сюда, еще поснимаю. Тут очень много магазинов, товар для дома. Завтра приеду, еще поснимаю. Увидимся завтра. Так. Рано радовались. Свидание, лифт не работает. Поднимаемся пешком. Что-то там меня звонит. Гимнастика. Ну что, мы хоть прогуляемся. Что говорят? А, лифты надо отрегулировать, да?